Главное, что человек не потерял оптимизма, что он, его песня, да, выводит в люди, вот, он общается, и он не унывает, вот, всегда бодр, и это большая работа над собой, большая духовная работа. Конечно, Олег считает, что ему Господь помогает, да? Да, а без этого никак. Без Господа вообще было очень плохо. Да, представьте себе, да. Встречаем Олег Гаврилович, и песня называется «Лети, моя песня». Она адресована всем людям, всем вам, дорогие зрители. Еще на дне, чем сердце и газ.